Продолжение. Вот яблочко такое упало с дерева. Вот она роса. В студии Марии Карпинской здесь. И мы снимаем просто самую обычную траву, которая покрыта росой. Как все это прекрасно. Вообще весь мир прекрасен на самом деле. Просто надо все это любить, эту природу, это понимать надо все. Посмотрите, как все красиво. Яблоневый сад, боже, как чудо. То есть, и это все сделал Бог, это все сделала мать природа. И никакого отношения к человеку вот это не имеет. Человек не сможет воспроизвести такую яблоню, потому что это божественное нечто. Бог сам прикладывает свои руки сюда. И вот эти чудеса, они просто все здесь. Как не любить это? Вот мы не стали здесь косить. И здесь цветочки растут белые, желтые. Красота немыслимая. В общем, все очень красиво. С вами была Мария Карпинская. Дом, участок, роса, солнце, чудеса. Чудо на каждом шагу, просто надо его видеть.